Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. В ходе совещания глава региона подчеркнул важность дальнейшего развития информационной системы «Добродел». «Наш проект «Добродел» приобретает все большую популярность. Все проблемы, о которых говорят жители, мы видим через эту умную систему. Эта умная система в том числе должна приглашать всех на субботник. В этот раз этого не было сделано, но данная возможность должна быть предусмотрена», — сказал Воробьев. Многофункциональный центр Ленинского района выступил с инициативой оказать помощь жителям Ленинского района в подготовке к празднованию Дня Победы и участию в патриотической акции «Бессмертный полк». Любой житель муниципалитета может обратиться в многофункциональный центр «Мои документы» по адресу город Видное, улица Школьная, дом 77, и сотрудники центра бесплатно оцифруют, отредактируют и распечатают фотографии фронтовиков. В 2018 году в Ленинском районе будет создана одна из самых больших особо охраняемых природных территорий Подмосковья – природно-исторический комплекс «Горковский», который включит в себя старовозрастные хвойно-широколиственные леса и около 150 археологических памятников. Площадь будущей ООПТ составит почти 2000 гектаров. Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» открыл в Видновском специализированном доме ребенка в Ленинском районе новую сенсорную комнату. Сенсорная комната предназначена для коррекции состояния здоровья и восстановления определенных функций. Комната позволит проводить интерактивные занятия с детьми. Это все позволяет более правильно и активно восстанавливать детей с отклонениями в развитии.